Всем привет! Сегодня мы попытаемся достать 41-го Некроса по счету с акции. Посмотрим, какой у нас будет шанс. Сможем ли мы достать его с яиц. Потому что здесь он очень-очень плохо падает в последнее время. Так, у нас есть 104 попытки. Ну, поехали. Сразу нам дали яйцо. За яйцо 300 самов. 50 кристаллов. Супер награда. Ну, где-то герои будут, начиная с 20-х яиц, уже падать. Что у нас тут есть? Руны воодушевления. Купидон. Арес-укротитель. Анубис есть. Фрэнки. Заклинательница и Некрос. Ну, а пока нам падает только золотой ключик. Так, значки. Опять значки. Ну, пора уже давать героев. Не хотят, не хотят. Так, ну. 20 попыток. Первый герой Купидон. Кто там следующий у нас будет? Арасик, походу. Так, руна воодушевления. Это, конечно, хорошо. Укротитель. За 25 попыток, за 2 пака. Ну, тоже неплохо. Так. 200 кристаллов. Хм. За 30 раз нам упал Анубис. Ну, в принципе, неплохо. Получается 2,5 пака. Какой там он у нас уже по счету? Ну, тоже 40-й. Да, догнали Анубис и Некросов. Если не считать тех, которых слили. Так. Побежали. Дальше. Нам не упал РС. Фрэнки и Заклинательница. Ну и, конечно, Некрос. Ну, 3 героя за 30 яиц. Это, в принципе, круто. Как для этой акции. Учитывая то, что там куча плюшек мы получили с базара. Как дополнение, это уже хорошо. Арес. 40 попыток, и у нас уже... Больше половины героев есть. Но осталось 3 последних героя. Но у меня чуйка, что сейчас нам просто будет тупо сыпать повторками. Как обычно. Вот так вот, ребята. Вы обязаны поставить по лайку. Анубисы догнали Некросов. Ну, у меня просто читерный аккаунт на Анубисов. Ну и на остальных героев. Первый раз вижу, чтобы 2 Анубиса. А хотя нет. Чё ж первый раз, мне ж падали Анубисы уже. Пару раз. Ну, за 40. 4 яйца. 2 Анубиса. Ничего так. Вот половина нашего ролла. Где-то должен быть Фрэнки, либо Заклинательница уже. Ну, если упадет Анубис, это тоже неплохо. Так, 47.
45. Ну, где же вы? Сейчас до 100-го проролим, никто опять не упадет, как обычно. Так, легендарное яйцо. Самики. Ну. Блин, ну ни хрена не падает. Все, походу, закончился рандом наш. Надо перезайти. Как только сказал, надо перезайти, упала заклинательница. 73 попытки, это что у нас получается? 5-6 паков, образно. Остался только Франки и Некрос. Сейчас мы специально для них почистим место. Вдруг они сейчас сразу упадут. Там 14 стиралок. Ну, вдруг когда-то захочу менять ники. Ну, уже неплохо насыпало. Побежали дальше. Так, самики, это все хорошо. Ну вот повторка Купидона пришла вторая. Просто супер. Хрена не накрас походу будет. С одной стороны хорошо, что они повторки дают. А с другой стороны это очень печально, потому что раньше можно было подряд выбить всех героев. Так, сейчас можно нахреначить до хрена повторок. 2, 3, 4. А то, что вам надо, отсюда не упадет. Так, ну. 90 попыток, и нам приходит Фрэнки. Ну, что я могу сказать? Неплохо. Возможно, они исправились немножко. Остался только Некрос и 14 попыток. Поехали. 13 не упал. Ну давай. Давай, давай. Так, золотой ключик, это, конечно, все хорошо. 8. 7. Блять, три Анубиса. Ну, то, о чем я вам, ребята, и говорил, что если вы надеетесь что-то выбить, не надейтесь на эту акцию. Хотя, может, кому-то и упадет. Три Некроса, хрен его знает. Но мне пока только отсюда Анубисы сыпят. Так, соточка, Некрос. Не, не идет. Просто не идет. Самики. Бля. Ну, что я могу вам сказать, ребята? Просто поставьте по 4 лайка за Анубисов. Это новый рекорд просто. 4 Анубиса за одну акцию. Это просто жесть. Я надеялся, что все-таки упадет Некрос. Ну, нам упало 4 Анубиса. Это просто жесть. Было 39, стало 40. 43. Да. Ну, и неплохо, и нехорошо.
Сами, в принципе, все видите, что реально редких героев, которых у вас нет, лучше собирать через базарчик. Тут вы можете и гарантированно их получить, и осколками собрать, вот как Вольта за 5 паков. В прошлый раз можно было Некроса собрать точно так же. Раю странно, они что-то мало пихают. Хоть она и бездонатный герой. Вот так вот мы достали 4 Анубиса, но не достали 41-го Некроса. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что кому упало, если вы, конечно, играете, донатите. Всем пока!